Сказочные приключения с пользой для души. Полтора десятка приемных семей поучаствовали в необычной маршрутной игре с оригинальными персонажами. Роли исполняли педагоги и психологи Центра сопровождения замещающих семей. Юлия Белякова наблюдала за происходящим. Им нужно найти украденное солнце. Стащил его у ребят крокодил. Второй самый добрый в истории. Не Гена, а Леонид Батищев. В центре он работает дворником. Участвует во всех мероприятиях с большой радостью. Так не пафосно это звучит, но с детьми я готов творить чудеса. Да я сам в детство впадаю вместе с ними. Это счастье не сказать, не передать словами. Команды сформировали не из братьев и сестер. Играть предстоит по жребию. У всего свой смысл. Ребята и девчонки должны познакомиться с такими же, как они, приемными детьми. А мамы друг с другом. Они рассказывают, как они преодолели трудность вот в школьном обучении, в общении со сверстниками, как они нашли контакт с одноклассниками. И другие мамы, слушая вот эти ситуации, понимают, что я не одна такая, что наша семья точно так же справится с этой ситуацией. Страх уходит. Сегодня в области больше 1700 семей с приемными детьми. В центре им оказывают и медицинскую, и юридическую, и психологическую поддержку. Когда тебе кто-то помогает преодолевать внешние трудности, больше времени остается на общение с близкими. В многодетной семье дети общаются, учатся общению, дружат, учатся дружбе, взаимопомощи. Вообще многодетная семья – это очень хорошо, это здорово. Нужно просто терпение, работу и любовь. Всего 4 задания – танцевальные, на составление слов, спортивное и сказочное с бабой Егой. Кстати, тоже необычный. Характер персонажа продумывали до мелочей. Старенький, вредный, маленький ребенок. Вот так вот, знаете, капризный. Они вас лучше понимают в таком амплуа? Конечно, они себя видят немножко. И как бы это родственная душа, которая вот хочет повредничать. И мы обыгрываем это. Напоследок пряничный дом. Детей научили росписи по сдобе. Вкусные подарки, украшенные своими руками, ребята забрали с собой. Украденное солнце, конечно, тоже отыскали. Хотя его они нашли уже давно, обретя маму и папу. Юлия Белякова, Андрей Дегтярев, телеканал «Сеим».